Паш, ну как тебе сегодняшний соперник? В первом тайме казалось, что плюс-минус все более-менее на равных, во втором понятно, что переиграли. Ну так, соперник хорошего качества. Была сегодня сложная игра под нагрузками, ноги чуть-чуть не бежали, но где-то надо было себя переламывать, и было тяжело, но справились и победили сегодня. Ты начинал на фланге латералем, а потом я слышал, ты у тренерского штаба спрашивал, я теперь в центре, тебя поменяли по позиции, да? Ну да, в принципе, первый тайм играл. Очень хорошо сыграл. Очень хорошо сыграл сегодня. Латераля, да. Хорошо уже говорить, ничего говорить. В центре, да, но непривычно, не моя позиция, но надо было как бы 90 минут отыграть, и в принципе справился достаточно. Поэтому, да, поменяли позиции, я играл сначала в левом латерале, потом в центре. В целом, по работе на сборах, как, тяжело или... Ну да, ножки чуть подседают, вот во время игры особенно чувствуется такая усталость, на фоне усталости играешь, но в чемпионате я тогда использую, я думаю, и... Ну да, использую просто, и будет легче, наверное, играть. То, что в команду пришел Денис Лавцев, твой соотечественник из Белоруссии, добавило ли тебе это приятного настроения, хорошего? Да, с Денисом давно в другом месте играли, поэтому добавило настроение, наверное, чуть-чуть раскрепостился, можно так сказать. По качеству поля что можно сказать? Потому что некоторые ребята жаловались. Все-таки лучше, чем, наверное, в Москве на искусственном поле тренироваться, поэтому я не жалуюсь. Поле нормально. Сегодня у соперника такое же было поле, как и у нас, поэтому достаточно сегодня хороших клубов показали, победили. Поле не помешало.